Други мои, всем привет, всем ассаламу алейкум, мир дому вашему. Баланьес, Made in Казахстан. Посмотрите. Яйцо. Фарш, дичь. Федя, дичь. Так, други мои, на 6 яиц, на 5 яиц, щепотку соли, ложку масла, добавляю 600 грамм муки. Меняю насадку. Закрываю и вперед. Бам-барам-барам-барам. Бам-барам-барам-барам. Сейчас все покажу. Вот так пошел процесс замеса. Так, други мои. Масло нагрели. Масло чуть-чуть побольше добавляю, потому что дичь она суховатая. Запасы капец. Уже все истощили. А ох, ё-моё. А это вот рахмет жиги. Он еще загрел. Не, лопатки не пойдет. Надо что-то посушить немного. О, запах дичи. Как я его люблю. Уже скучаю. Баланьес, Made in Казахстан. Да еще и наших высокогорных районов Джаляу. Вообще не знаю, откуда, где он трофейного шлепнул. Но тем не менее, сами понимаете, о! Мясо, вот видите, оно темное, но уже поджаренное. Когда мясо поджарится, идет такой дух, ну, вкус, не могу объяснить, но супер. В этот момент, вот именно в этот момент, запуливаем морковь, лучок. Сейчас лук, морковка даст свой сок. И он будет у меня томиться. Я говорю, дичь, она минимум будет часик томиться. Но начинает стрелять горяченькая. Сейчас минимальный огонь, сбегаю за крышечкой. Вот смотрите, накрываю крышечкой и вообще переношу на маленькую горелку, чтобы вообще там оно тихо-тихо парило. Сейчас покажу. Вот процесс пошел. Идет, видите, паровый поднимается. И пусть работает время. Други мои, баланьес. Вот тесто 2 часа настоялось. Хлопочки. Придаем форму небольшую. Здесь вот мука у меня.
Воду тоже поставил. Ну, я думаю, пока этот разберусь с тестом. Ну, наверное, все-таки на 24 поделю. Так, эти куски. Раздобряем чуть-чуть мукой. И погнали нашу городских. Так, следующий. Блин, на камеру говорю, а потом увидел, что она не включена. Вот, для болоньеза вот такие вот вырезаю. Болоньез. Made in Kazakhstan. Все. Сторонку. Заряжаем наш агрегат вот такой вот белугой. Белугой. Не знаю. Она, в общем, сразу режет. Так. Выставляю рычажок вот потоньше. Сейчас первую проверим. Она сразу еще раз будет чуть-чуть тоньше делать. И опа-на. Посмотрите, болоньезики получаются. Все четко. Сейчас ближе покажу. Посмотрите. Вот берем пачуху, закладываем. Погнали нашу городских. Порционную. Одну вот так вот партийку загнали. Вот так прогнали. Берем муку, сдобряем. Это, наверное, каждой хозяйке известно. Я тут велосипед не придумываю. И вот такие вот кучки у нас получаются. Так, все, погнали. Так, друзья мои, посмотрите. Я уже тесто накатал, вода не успела даже закипеть. Еще раз вот делаю, чтобы вот таких комочков потом не было. Все равно где-то она, где-то уже этот прихватывается. Вот так вот. Ну, все. Други мои, вода кипит. Опускаем потихонечку нашу лапшичку. Потихонечку, не торопясь,
Лишь бы много не было. Все аккуратно. Вот со стола все аккуратно собрал, разложил и перво-наперво, вот посмотрите, нежно, прям нежно. Вначале обязательно надо ее этот, чтобы не было комочков там прочего-прочего. И даем очень на быстром огне, даем сразу, чтобы закипело. Посмотрите, он уже закипает, шапкой берется. Лапшичка набухает. Ой-ой-ой. Болоньез Made in Kazakhstan. Вот посмотрите, прям на большом огне. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Чуть не убежала. Я сейчас вот подконтролировал газом. Газом контроль. Но постоянное кипение. Так, други моя, гляньте, какая красота. Берем, вот без остатка нам нужно по максимуму всю жидкость вот так раз, выкладываем. Вода кипит, обратите внимание. Хоп. Баланозик. Ой. Лапшу всю вылавливаю, потому что, знаете, обалденная, какая она вкусная. Очень вкусная. На чистом яйце. Хопочки. Вот теперь я воду выключаю. Так, вуаля. Какой запах обалденный, посмотрите. Сейчас я вам ближе покажу. Други мои, посмотрите, какой баланес получился. Баланес. Так, други мои, дегустейшн, посмотрите. Я вообще капец. Это, я не знаю, это сейчас попробую, скажу. Соли мало. А так баланьез капец. Made in Kazakhstan. Ставим лайки, майки, драйки. Будьте с нами. О!